мы заселились в этот бассейн отель Kingfisher, и я была сильно недовольна, потому что так много народу. Вообще, вот 6 лежаков и где-то 30 человек. Ну как? Вот сюда подойти было невозможно. Все время люди, в бассейне все время дети или взрослые, но даже фотографии не сделать, вот, не цепляя людей рядом. И я думала, вообще все не нравится. Но сегодня с утра мы подорвались в 7 утра, позавтракали в 8, и вот пошли сюда, пока все вон сидят, мой муж говорит, буржуи завтракают. Вот. И успеваем. И в бассейне уже покупалась, и вот здесь, откуда все ныряют, сижу, никого нет. Вода 27 градусов, воздух 27 градусов. Ой, ну такой кайф. Кабо-Верде, Тарафал. Держусь так крепко и сижу, потому что... Осьминог полез вот там боюсь, прямо. Ксения, вот тут прям осьминог лез такой, вуф, и улез. Боюсь, потому что смоет. Только что была волна сильная, тут прилив. Вчера вот в этом месте воды не было, а вот только что подошла вода, и мы сидим тут, вернее, я сижу, держусь, думаю, сейчас принет, как меня унесет. Я же не умею плавать-то. Вау, вот она. Вау. Это океан, это Атлантика, это не... Бала-бала. Вау. Мама! Всем привет с Атлантики! Кабо-Верде! Ну-ка, мы пошли! Надо бежать, надо!